Всем привет, дорогие друзья! Вы снова со мной, меня зовут Сергей, и вы на моем блоге. Сегодня мы снимаем очередной влог, просто проводим с вами время, катаемся по Калининградской области на данный момент. Едем мы в поселок Куликово. Там немножко поснимаем на море и пообщаемся с вами. У вас бывает такое, что вы просыпаетесь утром, и вам прям ничего не хочется делать? Самое главное, вам даже не хочется вставать по будильнику. Максимум, на что вам хватает сил, это выключить будильник и спать дальше. Вот у нас сейчас такое. Вчера мы планировали поехать на море, что-то поснимать, для влогов что-то поснимать, для себя что-то поснимать. И для этого нужно было рано встать, чтобы потратить на это, грубо говоря, утро, в обед приехать и заняться своими делами. Но проснулись мы только в обед. Мне это очень не нравится. И я хочу с этим бороться. Предлагаю вам такую тему. Давайте бороться вместе. Если у вас есть такая проблема, может быть, то, что я буду снимать на это видео, это поможет вам. И вы тоже справитесь с этой проблемой. Будем вставать в 5 утра, делать кучу дел, будем очень продуктивными, все дела. Есть идея такая. Я попробую снимать свой день, влоги, как я его провожу. Насколько рано у меня получается встать. Ну и буду делиться с вами. Если вам такая тема интересна, то напишите в комментариях, что вы хотели бы это все увидеть. И вы будете вместе со мной пытаться. Мы будем прям делать задания друг для друга. И будем пытаться это все воплотить в жизнь. Чтобы быть крутыми, продуктивными чуваками. Конечная цель наша — это быть здоровыми и зарабатывать кучу бабла и побороть свою лень, самое главное. Да, моя лень всегда рядом со мной. В общем, если вам эта тема интересна, давайте пишите в комментариях, и мы будем пробовать что-то снимать. Если вам это не интересно, то ничего не пишите, я пойму. И буду дальше снимать влоги, просто как мы проводим время, тусуемся. И не будет никакой такой мотивационной херни. Мне кажется, что как минимум один уже зритель, которому нужны такие влоги, есть. Это Леночка. Нет, я думаю, что как минимум есть уже два зрителя, которым эти влоги нужны. Это Лена и мой брат Артем. Привет, Артем! Надеюсь, что ты будешь смотреть эти влоги, и я буду понимать, что я не зря это все делаю. Ты будешь брать пример со старшего брата и вставать, сука, рано. И делать много дел. В принципе, люди, которые меня окружают и заставляют меня лениться, потому что я смотрю на них и начинаю забивать на все. И я решил, что нужно сделать так, нужно дать им отпор, нужно сделать так, чтобы наоборот, не я на них смотрел и ленился, а чтобы они на меня смотрели и пытались что-то изменить. Да? А у нас есть изменения. Мы пока ехали, передумали ехать в Куликово, потому что мы захотели в Светлогорск. Вот такие мы спонтанные. И сейчас мы едем в Светлогорск и с вами погуляем по Светлогорску, заценим море и походим по самому городу.
Хорошо, что у меня есть жена. Она у меня таскает штативы, пиццу. И вот мы в Светлогорске. Наконец-то мы гуляем и дышим крутым воздухом в Светлогорске. Мой меченосец. Здесь вот есть такие штуковины. Можно позаниматься спортиком. Бесплатно, совсем бесплатно. Нет, мы не замерзнем, мы же сибиряки. Ты что это на камеру говоришь, тихо? А тут ребятки, походу, делают новый пляж. Вот здесь мы будем сидеть сейчас, кушать пиццу, да? Сейчас будем хапкать. Что делать? Хапкать. Так круто мы сегодня проводим время, а могли бы провести утро, да, так круто, и быть уже дома и делать все дела. В следующий раз мы все-таки проснемся рано утром, как планировали. Да, да. На море попрохладнее, чем в Калининграде. Градусов 10, да, где-то. Но все равно клево. Дорогие друзья, у меня теперь самый крутой блог, у меня есть свой оператор. Будет ходить меня снимать. Знаешь, что должен делать очень круто оператор блога? Ходить задом. Пошли. Я на каблуках. На каблуках? Ты иди на шум моря, давай иди. Ты очень опаздываешь. Видишь, я уже вплотную подошел. Блин, это круто вообще. Лен, будешь таким оператором? Ты мне деньги будешь платить? Ну, я тебе буду платить 10% от монетизации на YouTube. Магнетизации? Монетизации. То есть 20 рублей примерно в месяц. Согласна? Нет. Почему нет? Это же офигенно. Ну а если я буду зарабатывать 2 миллиона рублей? Соглашайся. Нет. Дорогие подписчики, вот если вы хотите, чтобы наш самый крутой оператор Елена зарабатывала много бабла, подписывайтесь и ставьте пальчики вверх. Тогда у нас будет много и будет много бабла. Деньги перечисляют на номер. А, деньги 8900. Можно, деньги можно перечислять. Там, кстати, внизу всегда под каждым видео есть, как это, не контакты, а реквизиты. Под каждым видео есть реквизиты. Там есть WebMoney, Яндекс.Деньги. Вот там вообще все по нулям пока что. Но если вам нравятся эти блоги, вы можете пожертвовать небольшие. Даже 100 рублей для меня будет приятно. Вот серьезно. Вы мне скиньте 100 рублей, у меня появится желание снять эти 100 рублей, потратить их на билет. Снять 100 рублей? Да, да, потратить их на билет куда-нибудь там в Светлогорск, Янтарный или еще куда-нибудь. И снять для вас что-нибудь еще интересное. Ну или пойти взять себе кофе. Поставить так перед камерой, сесть и поговорить с вами по душам. В общем, если вам это нравится тема, обязательно скидывайте туда баблишко. Обязательно. Вообще, у нас такой матерый оператор. Видите, я по лестнице иду, она снимает. На каблуках. Ну ничего, блин, я могу достать стабилизатор. Сейчас и стабилизатор. Еще и будет все вообще, да, ровненько. Только ты, конечно, сможешь снимать намного меньше, потому что будет очень тяжело. Вот это красота для вас, братан. Мы тут, ребят, проходили мимо Янтарь-холла, и у нас появилось такое предположение. Вот смотрите, декоративная, да, штуковина. Дизайн очень новаторский, новый. И нам кажется, что вот чисто по-русски получилось. Не влезло немножко. Смотрите, идет. Железная вот эта штучка, да?
ты что, снимаешь? Идет, 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 и бамц. Не влез. Пойдем поближе прям, засни. Вот это вот. Ай! Не влезло. Пришлось вырезать. Вряд ли это планировалось изначально, вот это вырезание. Мы проходим Янтарь-холл. Здесь проходит Кивин. Да, детка, теперь у нас Кивин проходит. Правда, мы здесь еще ни разу не были. Ну, внутри. Нет, были внутри, но не на Кивине. Так, в туалет ходили. Лена думает, что я продолжаю ее снимать. Фоткать. А я решил для блога показать, чем мы тут занимаемся. Да. Вот у кого-то хороший, симпатичный участочек. Красивая лужайка. Какое место? Красиво. Кирха 1900 какого-то года. Посмотрите, ребят, это же офигенно. Тут такие дома на этой улочке красиво. Думаешь, камера не передаст всю эту красоту? Птички поют. Здесь очень много хвойных всяких деревьев. Воздух хороший. Круто вообще. Круто то, что мы можем вот так вот погулять. Что у нас есть время. Офигенно! Когда ты сидишь дома, все время кажется, что вот нафиг надо собираться сейчас ехать на море, что я там не видел, я там тысячу раз был, или ехать в какой-то из, ну, из других городов, вот Светлогорск, например. Но каждый раз, когда ты, когда я себя все-таки заставляю и приезжаю в какое-то место без определенной причины, я все равно потом нахожу, чем занять себя, нахожу какие-то клевые моменты и кайфую от этого. Вывод какой? Нужно просто делать. Нравится. Наверное, купим такой себе. Ну вот и все, дорогие друзья. Наверное, на сегодня мы заканчиваем наш блог. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, ставьте пальчики вверх. Раскручивайтесь, раскручивайтесь там, давайте количественно прибавимся. Подписчиков, у меня цель до конца года 10 000. Слабо. Все, давайте. Всем пока.